20 века в Европе. И в результате вот мы пришли к тому, что мы имеем сейчас. Очень жалко на это смотреть. Я понимаю, что жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Но в принципе, и я даже больше, чем всех понимаю, сколько средств надо вложить, чтобы возродить его. Но дело в том, что вот я недавно слышала, я очень долго говорю на это. Нет, пожалуйста. Я недавно слышала выступление министра культуры России Мединского, который говорил о церквях России. И он говорит, что они до сих пор приносят доход, что у них есть тоже 8 церквей, строящихся примерно в то же время с нашим, которые требуют большой реконструкции. Они собираются их реконструировать. Вообще цирк – это же не только цирковое представление. Цирк – это и дефиле, и хоровые конкурсы, и детские праздники, и бои без правил, и бои по правилам. И я даже не знаю, что здесь можно устроить при желании, понимаете? Так что цирк можно сделать вполне доходно предприятием, кроме всего прочего. Хочу вам сказать, что если опера и балет понимают меньше процент населения, то цирковое искусство это...